Деловая программа Конгресса молодых ученых представляла более 100 различных мероприятий, посвященных науке в России. Дополняла ее выставка современных технологий. В рамках экспозиции работали стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, а также научно-интерактивные пространства. Например, лаборатория «Климат и океан», предприятие квантовой технологии, фундаментальная основа биотехнологии Российской академии наук. Свое пространство там представил и Центр одаренных детей Ивановской области «Солярис», на базе которого создан научно-просветительский и образовательный проект «Слон». Лекторы проекта – научные сотрудники, преподаватели, специалисты в разных областях научного знания. О современных разработках они рассказывают в новом формате научных поп-стендапов. Нам удалось подобрать таким образом команду этого проекта, что они обучают молодых ученых это делать, и действительно лекции оказались крайне популярными. Занимается этот проект исключительно естественными науками, и цель этого проекта, одна из целей для меня, как для губернатора, почему я его поддерживаю, это разжечь огонь стремления к знаниям, к стремления к науке среди школьников. Проектом «Слон» заинтересовался президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук.